Танцы, развлечения и обучение. Накануне в Минске прошел большой фестиваль семьи. Организаторы сделали все, чтобы последнее воскресенье лета запомнилось детям и их родителям. Зрителям показали шоу о здоровом образе жизни. В интерактивных зонах можно было проконсультироваться с врачами, педиатром, стоматологом, психологом. Большой фестиваль семьи организован в поддержку семьи, отцовства, материнства, детства. Мы хотим, чтобы в семье царила любовь, уважение друг к другу, чтобы в семьях рождалось как можно больше деток. Спасибо большое. Для тех, кто не успел подготовиться к 1 сентября, провели показ школьной формы, организовали ярмарку, где можно купить все необходимое для школы. Большой семейный фестиваль стартовал в Беларуси впервые, но организаторы пообещали делать такие праздники чаще.